В школе села Плоть Рыбницкого района открыли парту героя. Это в память о герое войны в Афганистане Юрии Кожухаре. Он таки не вернулся домой, погиб при исполнении долга. Слава погибшим сыновьям, слава прошедшим тот Афган. Школа села Плоть, Юрий Кожухарь был таким же парнишкой, как эти ребята на сцене. Учился в музыкальной школе, играл на трубе. В Афганистане попал в военный оркестр. Сам попросил перевести в другую часть. Обеспечивал движение колонн на опасных участках горных дорог. Он сказал, мама, я иду защищать родину, как дед Василий. Дед Василий, это мой папа, воевал на фронте. Все время писала письмо, мама, все будет хорошо, все будет хорошо. В школе открыли парту героя. Это часть проекта Министерства просвещения и Минцифры «Выдающиеся люди Приднестровья». В реализации помогала госадминистрация Рыбницы. В церемонии открытия принимала участие мать Юрия Кожухаря. Лидия эмоций не сдерживала. Мы действительно сейчас с этим самым трогательным моментом, который бывает в жизни каждого. Директор школы Игорь Руснак тоже прошел Афганистан, попал на фронт в один год с Кожухарем, но в радиотехнические войска. Его направили на перевале Саланг регулировать движение. Он был в военной автоинспекции. Он обеспечивал прохождение машин. И в марте месяце случилось несчастье. Начался сход лавин. Несмотря на этого, Юра не оставил свой пост. Он выполнил с честью свой долг. Мы будем помнить его всю жизнь. Гордимся тем, что первые за ней сидим. Именно такая честь выпала нам. Мы хотим быть похожи на него также. Быть такими же патриотичными. Честными, смелыми, отважными. Он был отличным парнем, который пожертвовал своей жизнью. Парта героя займет свое место в школьном музее. Здесь уже есть отдельный стенд, посвященный Юрию Кожухарю.